Всем привет, друзья! У меня важно для вас всех сообщение. У нашего друга, товарища, общественника Владимира Голубева в Нижнем Новгороде заблокировали YouTube-канал по неизвестным нам и ему причинам. Ребят, в общем, ссылка в описании на его канал. Подписываемся, ставим пальцы вверх. Обязательно нажимаем колокольчик у него и у меня. Не забываем подписаться. Друзья, всем привет. Недавно у меня удалил канал YouTube по непонятным причинам. Сейчас создан новый. Большое всем спасибо, кто подписался, кто меня уже нашел. Все общественники мне помогают, а будем продолжать свое дело. Подписывайтесь, ставьте лайки. Будем для вас стараться выпускать информативные и поучительные видео. В данный момент я сейчас нахожусь в суде. Буду обжаловать незаконное постановление по сотруднику ООО, который некоторое время назад меня беспричинно вытащил из автомобиля, избил и составил протокол не за существующее правонарушение. Все, всем спасибо. До скорых встреч. Не нарушайте правила дорожного движения. Не ездите пьяным за рулем. До новых встреч. Всем пока.